Владивостокской колонии поселения номер 49 жизнь идет по распорядку. Одни осужденные сейчас на работе, у других выходной. Однако те, кто хочет задать интересующий вопрос комиссии, нашел минутку и занял очередь в кабинет. На сегодняшний день это очень актуально. И, видимо, несмотря на то, что цели разные у всех, и у краевой прокуратуры, и в нашем ведомстве, и, естественно, общественность. Но, тем не менее, все мы сегодня работаем. В комиссию вошли представители органы правопорядка. Каждого, кто пришел, специалисты выслушивают, а затем дают рекомендации и полный объективный ответ. Вы хотите, чтобы, имея вот свое предприятие, чтобы им работать на этом предприятии? Да, Начальник учреждения сам определяется в этой ситуации. То есть все эти вопросы решаются через начальника учреждения. Были вопросы и по помилованию, и по вопросам условно-досрочного освобождения, домашнего проживания, предоставления работы. В этой колонии поселения номер 49 около 150 осужденных. Здесь те, кто отбывает срок за виновность в дорожно-транспортных происшествиях, наркоманы и воры. Осужденных комиссия принимала несколько часов. Было им разъяснено, согласно Уголовно-исполнительного кодекса, практики работы, практики исполнения, значит, каким образом можно человеку помочь. В принципе, они получили полные ответы. И я думаю, если они поделают теми рекомендациями, которые мы им дали, они, значит, их вопрос решатся положительно. Собеседование осужденных с органами правоохранительной власти в составе комиссии на территории края проходит впервые. Следующим местом лишения свободы, куда направятся сотрудники, будет колония в Артеме и Спаске. Инна Гончарова, Александр Бугаков, «Панорама». Член Общественной палаты России Мария Канабих прибыла на Сахалин. Основная цель визита – обсудить пути совершенствования тюремной системы. Сегодня на встрече с первым заместителем губернатора Сахалинской области Константином Строгановым были затронуты вопросы реабилитации заключенных и помощь в их трудоустройстве. Подобной работой в регионе занимается общественная наблюдательная комиссия. Однако она не имеет статуса юридического лица, а соответственно закрепленного за ней помещения и телефона. С просьбой решить эту проблему член Общественной палаты обратилась к Константину Строганову. Если это нужно, мы вмешаемся, обсудим за круглым столом, вы обсудим эти все вопросы. Я думаю, что никаких вопросов не должно, и все вопросы мы в состоянии решить. Далее за круглым столом общественники, представители власти, различных ведомств, а также церкви договорились о взаимном сотрудничестве и помощи в работе комиссии. Это задача круглого нашего стола – установить эти связи, сделать их правильными, конструктивными, ну и, конечно, поднять авторитет наблюдательной комиссии. Она у вас работает неплохо, она очень острые вопросы ставит. Также Мария Канабих отметила активное участие власти региона в создании гражданского общества. Примеры тому – формирование общественной палаты и Института уполномоченного по правам человека. Молитва во спасении души и за скорейшее освобождение. На территории К8 молятся, что называется, всем богам. Буквально по соседству православный храм, буддийский датсан и еврейская община. В скором времени откроется и мусульманская комната. После его, значит, посещения общины и все прочее, у людей меняются взгляды, и они совершенно по-другому выглядят и однозначно уже в положительную сторону. От пищи духовной к хлебу насущному. В колонии есть своя пекарня. Натуральными продуктами обеспечены 1500 человек. На производстве заняты всего 11. Вполне все устраивает. Да, стабильно. День в день. Около 5000. Производство в колониях не то, что прежде. В советские времена трудоустроены были все, в нынешние – единицы. Заработка нет, зато появляется время на нарушение. Страшная беда. Вот мы провели совместно с Союзом промышленников-предпринимателей, с Народным Уралом, круглый стол. Займите работой этих людей. Ведь они почти где-то более 60% они имеют какие-то там долги по суду. Они должны людям, вот, которым они там нанесли увечья, там, не дай бог, или еще что-то. А работы нет. С подобными проверками общественные комиссия приезжает раз в год, и каждый раз жалобы разные. На питание и проживание почти никто не сетует. То ли действительно все устраивает, то ли боятся рассказать. Такой телефон доверия имеется в каждой колонии. Позвонив по нему, любой осужденный, минуя администрацию учреждения, может рассказать о своих жалобах начальнику УФСИН. Сегодня заявить о своих правах пришло немного. Один попросил видеосвидание с сестрой из Израиля, другой расширить список юридической литературы в библиотеке. Один из заключенных недоволен отсутствием маршрута до колонии. Ко мне приезжает мама, когда
Она тратит достаточно много денег на билет до, непосредственно до города Улан-Удэ, а уже сюда, чтобы добраться, тратить деньги очень, ну, достаточную сумму на такси. С этим вопросом комиссия неоднократно обращалась к городским чиновникам. В ответ пока тишина. После этого обращения вопрос вновь будет поднят. Да и в целом все жалобы рассмотрят. Одни будут решены буквально сегодня, другим придется подождать. Главное, чтоб не до следующей проверки. Права заключенных будут соблюдены. В Ростовской области начнет свою работу общественно-наблюдательная комиссия по правам человека. В нее войдут представители общественных организаций, политических партий и религиозных конфессий. Чаще всего осужденные жалуются на неправомерные действия сотрудников исправительных учреждений, необъективные взыскания, плохие бытовые условия. Сотрудник такой же человек, он может где-то быть просто по своему непрофессионализму элементарно. Где-то он может просто допустить ошибку. Это люди, это не роботы. Для этого существует общественно-наблюдательная комиссия. Подправить, чтобы это все было конструктивно. Если человек виноват, он должен отбыть наказание. Когда комиссия по правам человека будет полностью укомплектована, за помощью туда смогут обратиться не только заключенные. Специалисты на общественных началах будут принимать и рассматривать жалобы всех, кто считает свои права нарушенными. Гость нашей студии сегодня заместитель руководителя автономной некоммерческой организации «Назаре» Анатолий Малахов. Здравствуйте, Анатолий Евгеньевич. Вы председатель общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного лишения свободы. Вот как вы считаете, в нашей стране сегодня эта система совершенна и не нарушаются ли какие-то здесь права? Вот да почему нет, все-таки трудно людям адаптироваться? Чего не хватает? Ну, во-первых, мы же переживаем тот период, когда еще система, вот эта, она же должна сейчас меняться, тем более сейчас идет реформирование этой системы. И не просто созданная вот эта наблюдательная комиссия, это имеет полномочия, федеральный закон 76-й, и в нашем регионе губернатор поддерживает нашу деятельность на всех уровнях, что мы делаем. И, конечно, для полиции, для системы УФСИН, мы для кого-то мы являемся как бы контролеры, которые можем что-то там предпринять, а для кого-то мы также сотрудники, мы же хотим система, чтобы менялась, потому что все-таки мы переживаем то прошлый период, который был на протяжении всего времени, десятилетиями, как бы эта система она нарабатывала свои негативные вещи. А сейчас нужно понимать, что личности, они же осужденные, но он же человек. И к нему должно быть человеческое отношение. И к нему должны быть приниматься те меры в рамках закона, которые существуют, а не просто произвол, допустим, сотрудников. Поэтому мы и следим за это. У нас прямые и приемные есть. Губернатор выделил Плехановская 53 безвозмездных, куда могут обращаться и родственники, и осужденные, и письменные и так далее. Мы реагируем. Ночь полночь мы выезжаем хоть в полицию, хоть в УФСИН, если нарушаются права. Анатолий Евгеньевич, ну вот понятно о вашей помощи, да, все-таки вы сказали, что что-то должно меняться, но вот конкретнее что-то в законодательстве? Нет, не в законодательстве, в сознаниях сотрудников раз, в сознаниях тоже, и осужденные должны тоже понимать, у них есть права, но есть и обязанности. Также и у сотрудников, потому что много перегибов, вы, наверное, слышали, такое копейское, что произошло, потому что где-то неправильно сработали сотрудники. Вот мы стараемся как бы на опережение, где поступают сигналы, мы выезжаем и разбираемся на месте. И, соответственно, если не решает это начальник колонии, значит, начальник управления решит. Ну, а не решит начальник управления, значит, есть вышестоящий. Мы можем выходить на вышестоящий. Но у нас как-то редко бывают моменты, когда не решаются. Обычно начальник управления реагирует сразу. И вплоть до того, что увольняет сотрудников, если они ведут себя несоответственно закону. Вот бывшие осужденные, когда приходят в ваш реабилитационный центр, говорят о том, что они у вас нашли наконец свободу. Какой свободе они говорят? Вы знаете, во-первых, у нас же нет принудительного какого-то. У нас есть, он приходит, договор с ним заключается, и соответственно он что? Он добровольно. Что мы можем сделать для него? Предоставить ему жилье, питание временное, да? Работу. Работу, да. Восстановить документы, психолог, там, социальный работник, юристы, то есть все у нас работают с ним. То есть он видит, что это, все это для него делается бесплатно и помогает ему. И поэтому он свободен в каком плане? Понимаете, он может делать плохое, может не делать плохое. Как вот. Ну, правило, не делает, конечно же. Ну, лучше не делать, конечно.